Сегодня ничего не лезет в голову. Ни Ядвига, ни Ягайло, ни Бзижинский, ни Агайо, ни даже сам султан Селим. Предо мной плывет стеной играющий орган. Над ним хористки исполняют гимны божественной Изиды во славу Азериса пятитысячелетней давности и в католической отъявности, не потерявшей величавости. Монашек, выглаженных голоса напоминают хор ангелов, приветствующих солнце, залившее зарей небеса. Их пение сродни сметанием Захры, оплакивающий Гусейна, шахида Кербалы. Орган хорош, орган вулкан, в глазах людей от слез туман. И даже сфинкс, бездушный монстр, впитавший желчный жар пустынь, вняв воплем плачущих богинь, слезу бы пустил. И эта песнь, и это плач, доселе волнующий сердца, продлится вечно, без конца. Умрет Озирис и воскреснет, народу явится Христос, и овдовеет жены вновь, любимых будут распинать, и кожу будут с них сдирать, чтобы потом казниться вновь, по убиенным причитать и слезы дружно утирать. Люди, Анна, ведут себя странно, убивают и убиваются, убиваясь, упиваются и слезами заливаются. Страсти тают, забываются. Аве, Изида, Аве, Мария, Аве, Мехрибану.